Здравствуйте. Позвони Наташе. Наташа, позвони. 238-42. А и не надо покой.75-летию Московской областной организации профсоюза госучреждений и общественного обслуживания. Так случилось, исторически сложилось, что наш праздник проходит в канун еще одного славного юбилея, юбилея Подмосковья, потому что ровно 75 лет назад в год образования Московской области началась реорганизация различных государственных структур управления, хозяйственных структур. Естественно, началась перестройка и в профсоюзах. И вот тогда, 6 сентября 1929 года, в Москве открылся первый областной съезд Союза советских и торговых служащих. И последний день этого съезда, 11 сентября, и принято считать точкой отсчета и датой создания областного профсоюза советских служащих, а ныне Московского областного профсоюза госучреждений и общественного обслуживания. А посему с праздником вас, дорогие друзья! Замечательным юбилеем славных представителей одного из самых мощных и авторитетных по своему составу многочисленных профессиональных союзов. С праздником
вас, друзья! Сегодня здесь, в этом зале, присутствуют члены Московского областного комитета профсоюза, члены ревизионной комиссии, представители 44 городских и районных организаций профсоюза, 22 профсоюзных комитета областных управлений и ведомств, представители объединенных профсоюзов организаций Главного управления внутренних дел Московской области и Министерства финансов, объединяющих в своих рядах около 70 тысяч членов профсоюза. Сегодня вместе с нами встречают юбилей представители Международной федерации профсоюза работников госучреждений общественного обслуживания, Московского областного объединения организаций профсоюзов, наши коллеги из обкомов отраслевых профсоюзов. Мы сегодня приветствуем наших социальных партнеров, представителей органов законодательной и исполнительной власти Московской области, руководителей областных управлений, служб и управлений и организаций. А сегодня, дорогие друзья, наш общий праздник. Это прекрасный повод собраться всем вместе, чтобы поприветствовать друг друга, почествовать активистов и ветеранов профсоюзного движения, просто пообщаться, отдохнуть душой и почувствовать себя необходимой частичкой одного единого живого организма, одной нашей большой семьи, профессионального союза госучреждений и общественного обслуживания. Слово председателю Московской областной организации профсоюза госучреждений и общественного обслуживания Бушуевой Валентине Михайловне. Организация отмечает свой юбилей. 75 лет, и, как здесь ранее сказала ведущая, она отмечает свой юбилей вместе с юбилеем Московской области и юбилеем Московского областного объединения организаций профсоюзов. Всматриваясь в путь, пройденный Московской областной организацией и ее предшественниками, мы с гордостью можем сказать, что областная организация не раз оказывалась в эпицентре событий, на самом переднем крае, однако с честью прошла этот путь вместе со всем российским профдвижением, неотъемлемой частью которого она является. В период перехода страны к рыночным условиям многое изменилось в жизни россиян. Наша страна стала другой. Другими стали и профсоюзы. Рыночные условия определили и новые приоритеты профсоюзной работы. В ситуации, когда переход к рынку привел к снижению жизненного уровня человека труда, социальных гарантий большинства населения страны, безработицы, нарушению трудовых прав работающих, когда профсоюзы потеряли большинство своих прав, в частности, право на законодательную инициативу, управление государственным социальным страхованием, главной целью профсоюза стало объединение, организация работников для защиты своих социально-трудовых прав. Сегодня профсоюзы – влиятельная сила, с которой приходится считаться, и в то же время эта сила вызывает порой неприятие у власть придержавших. Я знаю, что не ошибусь и думаю, что это так, если скажу, что переходной период с 90-х годов – это еще одно непростое и длительное испытание на прочность профсоюза, которому мы с вами подвергаемся ежедневно, порой прямому, а чаще всего скрытому, но неплохо организованному давлению властных структур на профсоюзные организации, членов профсоюза, с целью раскола, создать невыносимые условия в работе организации, с целью ее ликвидации. И надо сказать, конечно, к сожалению, имеем немало случаев, когда это удается. Примером может служить у нас сегодня Подольское объединение организаций профсоюзов, которое было создано по инициативе администрации района, потом по требованию областной организации и с помощью прокуратуры регистрация этого объединения была отменена, однако сегодня существует без всякой вертикали,
и зарегистрирован профсоюз муниципальных работников. Это, конечно же, карманный профсоюз, который нужен главе района. И таких случаев за последнее время у нас было немало. И очень важно, уважаемые товарищи, отметить в этот день, что благодаря усилиям профсоюзного актива областная организация выжила, действует и развивается дальше. Сегодня она объединяет в своих рядах около 60 тысяч членов профсоюза, которые организованы в 1335 первичных организаций. Это большая организация, крупное объединение не только в Подмосковье, но и в целом в России. Первичные городские, районные, объединенные отраслевые организации, областной комитет делают все возможное, чтобы выполнить свою главную задачу – защитить социально-трудовые права членов профсоюза, решить главную профсоюзную формулу 4Z, обеспечить членов профсоюза достойными жителями областных министерств, ведомств, управлений наших уважаемых социальных партнеров за столом переговоров. Сегодня нет альтернативы социальному партнерству, только оно дает ощутимые результаты. Умение договориться – величайшее искусство, которым сегодня владеют наши социальные партнеры, профсоюзные работники. И социальные партнеры прекрасно понимают, что государственный и муниципальный служащий и чиновник любого ранга, которого сегодня не ругает только ленивый, также нуждается в защите своих прав, как шахтер, учитель, врач. В условиях непрекращающего преобразования, ликвидации государственных учреждений, комитетами профсоюза области делается все для того, чтобы эти... Он очень много делает для области. И надо сказать, что это человек не только слово, но и дело. В области нет долгов по выплате заработной платы государственных учреждений, а заключенные трехсторонние соглашения между правительством области, профсоюзами Подмосковья и союзом работодателей четко регулируют все социальные вопросы работающих, зарплату, социальные выплаты, такие как, например, льготный проезд на транспорт для социальных работников, оздоровление детей, а с 1 сентября этого года повышена заработная плата работников социальной сферы в 1,8 раза. У областной организации сложились хорошие понимания с депутатами областной думы. Областная дума поддерживает профсоюзы по решению социальных вопросов. Нам очень помогают принятые областные законы о социальном партнерстве, об охране труда, о союзе работодателей. Но главное богатство нашей организации – это ее люди. Профсоюзный актив, который насчитывает сегодня свыше 10 тысяч человек, это каждый пятый почти. 68 кадровых профсоюзных работников – это наш золотой фонд, который отдает нелегкой работе с человеком труда частицу своей души, боль сердца, здоровье, для которых помочь членам профсоюза не простой звук, а их каждодневная жизнь, боль члена профсоюза – это его боль. В этот день самые теплые слова признательности и благодарности в адрес всех тех, кто создавал, укреплял областную организацию, горкомы, райкомы профсоюза, первичные организации, кто своим трудом способствовал укреплению авторитета областной организации профсоюза, работающим ныне, ушедшим на пенсию, а также тем, кого уже вместе с нами нет на этой земле. Это наши бывшие руководители областной организации, которые сегодня возглавляют наш российский профсоюз. Савченко Владимир Петрович, Краснов Анатолий Иванович. Это наши ветераны, председатели городских и районных организаций, проработавшие на профсоюзной работе более 30 лет. Медведева Нина Ивановна, председатель Сергея Посадской организации. Глубоцкая Раиса Павловна, председатель Клинской организации. И пришедшие им на смену Ефремова Ольга Ивановна Домодедова, Акентьева Валентина Васильевна Балашиха, Федотова Любовь Васильевна, Павловский Посад и многие-многие другие. Всех назвать сегодня просто нет. Сердце, друзья, профсоюзная наша судьба. Повторим же все вместе от сердца простые слова. Да, я буду с коллегами вечно дружить, как дружу. Да, я буду стране своей вечно служить, как служу. Да, я счастлива, что дом мой второй – профсоюз. Я так рада, друзья, что я с вами сейчас, я клянусь. Спасибо. Спасибо, Валентина Михайловна.
Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я с огромным удовольствием хочу предоставить слово для приветствия, для поздравления председателю Центрального комитета профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Савченко Владимиру Петровичу. Некогда Владимир Петрович возглавлял нашу организацию. Ему сегодня огромная признательность и наша благодарность за развитие, за огромный вклад. Спасибо вам большое, что этот праздник сегодня вы с нами. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, я вообще-то давно уже так не волновался. Есть причина для этого. Но прежде всего то, что я в третий раз присутствую на юбилее Московской областной организации. Первый раз, когда этой организации было 60 лет, это как раз год такой кульминационной перестройки, так называемой. Мы тогда не проводили таких широких заседаний. Это было скромное заседание областного комитета профсоюза, где мы обговаривали вопросы предстоящей конференции. Через несколько месяцев состоялась конференция, и через несколько месяцев мне пришлось уйти из Московской областной организации. Я вас, прежде всего, сам хочу поздравить вот с тем юбилеем, который мы сегодня празднуем, пожелать каждому профсоюзному работнику и активисту бодрости в это тяжкое для нашего государства, в том числе для Московской области, время, пожелать вам успеха в вашем благородном труде, пожелать вам того, чтобы такие юбилеи и тот, кто придет после нас, мог праздновать и отмечать. Кстати, одно из пожеланий, чтобы эта организация была более многочисленной. А для этого надо будет и развивать социальное партнерство, и охрану труда, и все прочие те 4 З, о которых Валентина Михайловна говорила. Желаю вам счастья и благополучия. В моем понимании благополучие – это здоровье, это имение места работы, желание идти на эту работу и такое же желание возвращаться домой. Я постараюсь, с тем, что знаю, очень много желает выступить, закончу на этом свое поздравление. Здесь более подробно и грамотно, вот на этом металле есть слова от имени Центрального комитета профсоюза. Потом когда-нибудь, где-нибудь почитаете их. Всех благ. Естественно, Владимир Петрович сегодня исполнит почетную миссию, наградит актив. Актив различными наградами Центрального комитета профсоюза. Мы просим вас снова подняться на сцену. Итак, дорогие друзья, награды. Награды готовы. Они уже подходят к сцене. Итак, сегодня в праздничный юбилейный день. Знаком ЦК профсоюза за заслуги перед профсоюзом награждается Бушуева Валентина Михайловна, председатель Московской областной организации работников госучреждений общественного обслуживания. Уважаемые товарищи, это является высшей наградой профсоюза не только потому, что здесь солидный довесок денежный к этой награде, а потому что вот так мы решили, имея в виду, что у нас юбилеев много в нашем профсоюзе, учредить такой знак за заслуги перед профсоюзом. И это вот 34-й знак вручается со дня его учреждения. Мы приглашаем на сцену Зорину Любовь Федоровну, председателя Пушкинской городской организации профсоюза. Дружно приветствуем ее. Мы приветствуем Любовь Федоровну. А приглашаем на сцену Медведеву Нину Ивановну, председателя Сергиево-Посадской городской организации профсоюза, награжденную таким же знаком за заслуги перед профсоюзом.
Ивановна. Любовь, наши аплодисменты, объятия Центрального комитета профсоюза. Просто мы долгие годы, 6 лет, работали вместе. Очень много пришлось сделать нам в те годы. Не могу удержаться, чувства свои сегодня скрыть. Мы много отмечаем дней рождения. Своих, своих родных, своих друзей. Но сегодня историческая дата. Мы отмечаем профсоюзу юбилей. 75 нашему профсоюзу. В основе его лежит солидарность. Работа в нем – гордость, а не обуза. Награда за труд – людей благодарность. Программа на пятилетку – 4 З. Защита, занятость, здоровье и зарплата. Уже пятилетка подходит к концу, а эти вопросы решать трудновато. Для профсоюзной организации сегодня опора – это принятие коллективного договора. О членах профсоюза заботясь заранее, давайте дружно проведем полдоговорную кампанию. Профсоюз – это сила людей сплоченных. Профсоюз – это сила людей увлеченных. Наша сила – желание служить России, чтобы Родина стала сильней и красивей. Спасибо, Нина Ивановна. А мы приглашаем на сцену Федотову Любовь Васильевну, председателя Павлово-Посадской городской организации профсоюзов. И также дружно приветствуем ее, поздравляем с праздником и вручением этой замечательной награды. А теперь мы приглашаем на сцену всех награжденных почетной грамотой ЦК профсоюза работников госучреждений общественного обслуживания Российской Федерации. Воробьева Анна Васильевна, председатель Люберецкой городской организации профсоюза. Ермачкова Ирина Александровна, начальник отдела государственной службы и кадров Главного управления Министерства юстиции России по Московской области, председатель первичной организации профсоюза. Замятина Надежда Павловна, председатель Объединенной профсоюзной организации ГУВД Московской области, член Центральной ревизионной комиссии профсоюза Российской Федерации. Мельниченко Александр Сергеевич, заместитель директора по общим вопросам научно-исследовательского центра по проблемам управления, ресурсосбережения и отходов, председатель первичной организации профсоюза. Александр Сергеевич, просим вас. Миронова Любовь Глебовна, заместитель начальника отдела комитета социальной защиты населения Московской области, председатель первичной организации профсоюза. Поломеева Лариса Николаевна, председатель Мытищинской городской организации профсоюза. Шалабанова Ольга Викторовна, председатель Егорьевской городской организации профсоюза. Извините, я вас тут не... Очень трогательно. Не ожидала, что вот именно так трепетно будет получать такую высокую награду. Я думаю, что если на уровне ЦК видна наша работа, Егорьевской городской организации, это именно их награда под моим руководством, то я думаю, что мы с хорошими показателями подошли к отчетно выбранной конференции. И мне бы хотелось сказать в этот знаменательный день для нашей областной организации, что однажды на пленарном заседании прозвучало такое словосочетание. Профсоюзный диагноз. Диагноз – это болезнь. А болезнь – это плохо. И я хочу сказать, что сегодня для меня профсоюз – это жизнь. И я хочу, чтобы мы вместе с вами жили на благо того, чтобы наш профсоюз развивался и был только здоровым. Всех с праздником, а профсоюз тем более. Спасибо. Спасибо. Ну, а награды еще все впереди. Благодарностью ЦК профсоюза работников госучреждений общественного обслуживания России к 75-летию Московской областной организации награждается Бычков Виктор Николаевич, электромонтер Зарайского отдела вневедомственной охраны, председатель городской организации профсоюза.
Благодарностью ЦК профсоюза награждается Федосеева Татьяна Михайловна, главный специалист отдела по делам молодежи администрации Луховицкого района, председатель районной организации профсоюза. Мы приветствуем наших награжденных дружными аплодисментами. Нагрудным знаком ФНПР за активную работу в профсоюзах награждается Акентьева Валентина Васильевна, председатель Балашихинской городской организации профсоюза. Почетными грамотами ФНПР награждаются Иванченко Валентина Федоровна, председатель Дмитровской городской организации профсоюза. Калинина. Сейчас, одну минуточку. Наверное, председатель обкома ей вручит. Я имею право, как член исполкома, такое перепоручить задание. Итак, Валентина Федоровна здесь? Нет ли, да? Калинина Наталья Степановна, заведующая отделом социально-экономического развития администрации Русского района, председатель районной организации профсоюза. Клименко Людмила Николаевна, председатель Красногорской городской организации профсоюза. Краснова Валентина Васильевна, председатель Электростальской городской организации профсоюза. Сразу все пошли. Месютая Татьяна Михайловна, председатель Раменской городской организации профсоюза. Савчкова Людмила Борисовна, председатель Серпуховской районной организации профсоюза. К сожалению, за 14 лет отсутствия в области я кое-кого уже забыл и не помню, так что извините. Спасибо большое. Оправдаю ваше доверие. Но мы приглашаем на сцену Заверяеву Нину Дмитриевну, председателя Ногинской городской организации профсоюза, награжденную благодарностью ФНПР. Можно я тут без объявления? Дело в том, что по представлению Центрального комитета профсоюза почетным дипломом награждается Московская областная организация профсоюза за активную работу по защите социально-трудовых прав и интересов работников. Исполком ФНПР согласился с нашим представлением, и этот диплом считаю необходимым вручить. Спасибо, Владимир Петрович. Спасибо вам. Спасибо вам. За внимание благодарю и с праздником. С праздником всех. Дорогие друзья, ну а чтобы эмоционально усилить выступление Владимира Петровича и его поздравления, мы предлагаем вашему вниманию песню, чтобы душа ваша развернулась, чтобы ощущение праздника у вас сохранилось на протяжении всего этого дня и на все время. Итак, вас приветствует и поздравляет вокальный ансамбль «Доминанта» города Подольска, руководитель Людмила Шашкина. Thank you.
несмотря на свою молодость, юность, они успели стать победителями конкурса «Новые имена Подмосковья» и российского конкурса «Серебряные голоса России». Ну, они сегодня еще споют для нас. А сейчас, дорогие друзья, вы прекрасно понимаете, что вся наша жизнь с вами, личная и общественная, тем более жизнь нашей организации неразрывна, связана с Московской областью и, естественно, с ее органами законодательными и исполнительными. Нам сегодня очень приятно, что в этот день нас приветствует заместитель председателя Московской областной думы Егерев Виктор Альбертович. Дорогие друзья, позвольте приветствовать вас от депутатов Московской областной думы. 75 лет – это замечательная дата, и она совпадает, вы знаете, 3 октября, и Московской области также исполняется 75 лет. И сегодня вот параллельно идет мероприятие, посвященное 75-летию финансовых органов Московской области. То есть сегодня весь такой день вот полный юбилеев. В этот день хотелось бы сказать, что Московская область, я хотел бы сказать, это отличный регион от других, потому что здесь очень много делается для населения Московской области. И могу сказать, что бюджет Московской области, вот если в этом году 80 миллиардов рублей, то на следующий год уже ориентировочно бюджет составит 100 миллиардов рублей. И более 60% бюджета идет на социальные программы. И самая главная часть этого бюджета идет на повышение заработной платы, как сказала Валентина Михайловна, бюджетников. Вот 1 сентября произошло повышение, и с губернатором прорабатывается вопрос, чтобы на 1 декабря сделать повышение так, чтобы средняя заработная плата была более 6 тысяч рублей в этом году у всех работников социальной сферы и у образования, и у здравоохранения, и у социальной защиты на территории Московской области. Это очень важно. Вот это повышение последнее требует найти в бюджете 1 миллиард 200 миллионов рублей каждый месяц. Понимаете, это колоссальные средства. А эти средства зарабатывает кто? Труженики, наши промышленные предприятия на территории Московской области. И в этом большое значение имеют принятые законы, политика, которую проводит губернатор с привлечением инвестиций. И Московская область по уровню прямых инвестиций, мы надеемся, что в этом году выйдем даже на первое место, обогнав Москву. В прошлом году в Московскую область было инвестировано 1 миллиард 250 миллионов долларов. Это колоссальная цифра. И вы знаете, кто вот со Ступино, с Егоревска, из других районов, какие промышленные предприятия сегодня строятся, и какая там охрана труда. А мы приняли совместный закон и требуем, независимо от форм собственности, чтобы на территории Московской области выполнялась охрана труда. Это тоже очень важно. Сегодня праздник, это замечательный день, праздник, хочется дарить подарки. И депутаты Московской областной думы, наш председатель Аксаков Андрей Евгеньевич говорит, что для того, чтобы на территории Московской области люди жили хорошо, нужно, чтобы на территории работали законы. И у нас есть такая плакетка, которую я хотел бы сегодня вручить Валентине Михайловне. Она с гербом Московской области, и на ней написано «Правит закон». Вот когда мы, принимаемые законы, будем требовать их выполнения, и они будут доходить до каждого человека, а таких законов сегодня очень много принято. Мы в последнее время приняли очень серьезный закон о опеке и попечительстве для наших детей, о патронате, это впервые в России, когда не только до 18 лет дети будут получать сегодня патронатную помощь, но и наши подростки в возрасте от 18 до 23 лет. Поэтому вот когда будет править закон, а мы очень много сделали вместе с профсоюзами, трехстороннее соглашение, и вот закон о охране труда, и действительно сегодня все больше и больше видно, как на территории Московской области правит закон. Мы приняли закон о благоустройстве, создали административно-технический надзор. И Московская область засияла другими красками. Сколько красивых сегодня клумб появилось, цветов. Московская область становится не только прекрасной, ее раньше называли, когда за границей поедет, Московская область – это русская Швейцария. Она действительно в прямом смысле становится русской Швейцарией. Это благодаря вот вас. И чтобы на сегодняшний день праздник был праздником, я вот хочу вот этот прекрасный подарок подарить и сказать, что вы вместе с нами делаете эти законы, и эти законы признаны улучшить жизнь наших людей.
Спасибо, Виктор Альбертович. А этот букет всем женщинам профсоюза. Спасибо. Спасибо за приятные новости. Вообще, жизнь налаживается, дорогие друзья. Вы поняли, что скоро в профсоюзы потекут инвестиции? Вот мы пришли 2 года назад, нас избрали депутатами. И мы сделали первый в России коллективный договор в государственных учреждениях. И сегодня у нас действует он. Мы расширили круг возможных, хотя там все юристы говорили, что категорически это запрещено, этого делать нельзя, а мы это сделали, на 3 года его приняли, и у нас он работает. Поэтому я думаю, что у кого этих, так сказать, вот таких коллективных договоров нет, мы можем ими поделиться, и вы можете их, так сказать, использовать в своей работе. И мне хотелось бы сегодня также наградить почетной грамотой Московской областной думы. Это наша высшая награда, другой у нас нет. Озвучить? Почетной грамотой Московской областной думы награждается Захаров Михаил Владимирович, заместитель председателя Московской областной организации профсоюзов работников государственных учреждений. За большой вклад в профсоюзное движение. Также его награждаем ценным подарком, это символикой Московской областной думы. Здесь вот швейцарский механизм. Также благодарственным письмом Московской областной думы награждается Куприянова Наталья Петровна, председатель ревизионной комиссии Московской областной организации профсоюзов. И также ценным подарком часами символики Московской областной думы. Благодарственным письмом Московской областной думы награждается Осташкина Римма Сергеевна, председатель Ступинского городской организации профсоюзов. Вот мы в Ступино проводили выездную думу. Вот я могу сказать, что это просто прорыв в городе. Огромное количество сегодня новых предприятий. 2 итальянских завода строятся, 1 российский. Сегодня практически решен вопрос с безработицей. И вы знаете, на подведение итогов за 6 месяцев губернатор сказал, сегодня на территории Московской области 54 тысячи вакансий. Вы понимаете, сегодня требуются везде профессионалы. А чтобы праздник был хороший, всем крепкого здоровья, любви, счастья, благополучия. Спасибо. Спасибо, Виктор Альбертович. Как приятно, когда Московская областная дума думает о нас, не забывает, приветствует праздник и стимулирует иногда. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я с огромным удовольствием предоставляю слово президенту Международной Федерации профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания Шнитникову Юрию. Здоровья. Дорогие друзья, Московская областная организация сегодня от имени Совета Международной Федерации Профсоюзов вручается этот памятный знак. В день ее 75-летия, ну, может быть, не день в день, но именно за 75-летие, за многолетнее активное участие в работе Международной Федерации Профсоюзов, укрепление дружбы и единства профсоюзов работников государственных учреждений стран СНГ и Латвии. Вот этот памятный знак Валентины Михайловны за большое участие областной организации, ее районных организаций, таких как Сергиев Посад, Клин и другие, которые часто, между прочим, участвуют в этой большой международной работе, принимали свои здесь делегации из Австрии, Бельгии, Московский областной комитет, само собой, так сказать, да, Узбекистан, допустим, так сказать, те страны СНГ. Вот в том районе, в котором мы сегодня находимся, два года назад мы проводили у себя семинар
в области тоже, кстати, проводили в области. И Ленинский район принимал примерно 40 человек из 10 стран СНГ. То есть мы работаем достаточно плотно, вплотную и вместе. Мы вам очень благодарны за это. Успехов вам! И, дорогие друзья, сегодня, в общем, так здорово праздник. Вот руководитель областной думы говорил о том, что сегодня очень много праздников в области. Но сегодня так здорово совпало, что еще и Московская городская организация отмечает свой день рождения. Давайте ее поздравим в лице с этим делом. Замечательно. Он еще выйдет на сцену, мы его еще дружно поприветствуем. Ну, а сейчас мы хотим, чтобы наш профсоюз поздравили коллеги. Коллеги Профессионального союза госучреждений Российской Федерации, российских территорий. Ну, они представятся сами. Кто от них будет говорить? Да? Давайте поприветствуем их, а они поприветствуют нас с нашим общим большим праздником. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, очень родные и близкие люди, потому что никогда случайных людей в профсоюзном движении не бывает, ибо профсоюзное движение – это ум, честь и совесть нашей эпохи. С праздником, друзья! От организации «Поволжье» я привезла вот этот в подарок вашей организации символ. Здесь сделана гравировка. Это и мудрость, это и профессионализм, это глубокое знание человеческой души и нужд членов профсоюза, а это еще суровый контроль за исполнением действующих законов. Справедливость, равенство всех перед законом и человечность этих законов. Тогда они все будут действовать для нас и во благо нас. Примите, Валентина Михайловна, этот символ. Это 9 организаций Средней и Нижней Волги поздравляют вас. С праздником, коллега! Кстати, это натуральные камни, как натурально наше чувство к вам. Дорогие коллеги, разрешите мне искренне, вот от всей души, от Нижегородской земли, вообще Волго-Вятского региона, передать вам самые искренние поздравления с праздником, пожелать вам добра, здоровья, счастья, улыбок, которые вот сегодня у нас на лице, чтобы все у вас было очень хорошо. Древняя Московская земля, древняя Нижегородская земля, всегда мы вместе едины в самых-самых исторических регионах. И, конечно, я не могла не привезти вот такой красивый хохломской набор, чтобы жизнь была полной чашей у вас у всех в доме. С праздником вас, дорогие друзья! Дорогие друзья, Московская область, 75 лет, какая она большая. И она на свой юбилей пригласила какую-то маленькую, в дремучем Тамбовском лесу затерянную Тамбовский обком профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Я благодарен Валентине Михайловне за приглашение и должен сказать, что я и на предыдущем юбилее был, если помните, говорил. Все только и запомнили ваше выступление, знаете, это просто легенда осталась. Дорогие друзья, я по-другому не могу. Вы понимаете, что такое Московская область? Это большая, крупнейшая профсоюзная организация. Она кует кадры, как говорила Валентина Михайловна. Она показывает пример нашей всей профсоюзной работы. Заполонила все наши страницы СМИ. И «Солидарность», и журнал «Профсоюзы» издает свой бюллетень. Я уже не говорю об информационном бюллетене ЦК «Профсоюза», где только и значится.
А Промпрофсоюза Московской области. Почему? Действительно, в Московской области обком профсоюза имеет такие кадры, такой потенциал и такой опыт работы. И он, обком профсоюза Московской, щедро делится с нами, со всеми. И мы, конечно, берем пример и стараемся как-то идти в ногу. Ну что можно тамбовским нашим идти в ногу с тем, как вот выступал сейчас заместитель председателя областной думы, так и будет. У них экономический потенциал 1 000 000 000 000 рублей и еще 60% на социальные нужды. 100 миллиардов. Это там один? 100 миллиардов. Ну, я, может, цифру, но 60% я запомнил точно. А если посмотреть Тамбовскую область? Тамбовская область дотационная. У нас промышленности нет, инвестиции и все прочее, это только мечты. У нас средние заработные платы где-то в пределах 1000-1200 рублей. Особенно у социальных работников, вневедомственной охраны, пожарные службы, УИН, исправление наказаний и так далее. Не плачься, все хорошо. Можно отопить, что товары. Друзья мои, это коллеги, они знают хорошо систему нашу. А если по большому счету, у нас еще плюс к тому. Не вовремя выплачивается заработная плата. Мы еще через суды и все прочее решаем вопрос. Вопросов много. Ну и если уж сказать хорошее. Скажи хорошее. Что у тебя есть хорошего? Дорогие друзья, хорошее у нас Лермонтов писал еще в свое время. Тамбов на карте генеральной. Кружком означен не всегда. Ну, я вам просто сказать хочу, что он теперь он означен навсегда. Это Лермонтов писал. Тамбовская земля дала Рахманинова. Лучшее произведение композитора и дирижер Рахманинов Сергей Васильевич написал на Тамбовской земле. Мичурин и так далее, я не хочу перечислять. Но существует такое, может быть, ну, хит. Песенка про Тамбов. Мальчик хочет Тамбов. Все знают. Но в ней, в этой песне говорится, но туда не летают самолеты и не ходят даже поезда. Но Тамбовского волка все знают. Я вам должен сказать, что мы выловили из тамбовских дремучих лесов волков, и я к вам приехал на ваш юбилей. Ну, добавок ко всему, чтобы вы запомнили все-таки тамбовского волка. Ну, выполненный, правда, не в натуре, а в хрустале. Но здесь у нас еще кое-что, символика больше, чем там. Тоже тамбовский волк. Все слова, которые я говорил, здесь в нашем приветственном адресе все изложено. Чуть больше. Я не буду. Я единственное хочу сказать. Если раньше говорили, чтобы обидеть человека, тамбовский волк тебе, товарищ. А мы говорим вам, тамбовский волк тебе, товарищ и друг. Правильно. Здоровья вам, счастья вам. Спасибо Тамбову. Ну как же много символов у Тамбова, я хочу сказать. Просто можно позавидовать. И всей России. Спасибо огромное. Ну а сейчас, дорогие друзья, вы помните, конечно, когда я вас приветствовала в самом начале, я вас приветствовала как одну из самых мощных и авторитетных организаций. Одну из самых. А вот как вы считаете, кто самая-то мощная и в материальном отношении, и во всех отношениях? Конечно же, хотя... Москва – это, конечно, город исключений, и там совершенно другие мерки, другие масштабы и другая материальная база. Но Московский обком профсоюза работников госучреждений поддерживает очень теплые, деловые и дружественные отношения с Московской организацией профсоюзов. Поэтому слово нашему большому другу Ульянову Владимиру Алексеевичу, председателю профсоюза. Здравствуйте.
Я думал, с чего начать, но Юрий Иванович обозначил уже наши родственные отношения с Валентиной Михайловной. Родственные. По достижении комсомольского возраста в 28 лет Московская областная организация родила ребеночка. Этот ребеночек рос, ему уже сегодня 47, и вырос большим таким ребеночком, который при всем, при том, что он очень большой, остается любящим ребеночком. Мы очень трепетно относимся к Московской областной организации, часто повторяем: «Мамочка, мы у тебя учимся». И Тамбовский волк подтвердил, сегодня Московская область является образцом и примером того, как должна строиться профсоюзная работа в государственных учреждениях. Мы не скрывали и все время об этом подчеркивали, и вот в этом самом красивом буклете, который был издан к 75-летию, наши слова там сказаны именно в таком ключе. Мы горды тем, что родились из недр Московской областной профсоюзной организации, храним, верим и надеемся, что эти отношения дружеские, отеческие, родственные отношения были и есть, останутся на будущее. Мы, как и положено, естественно, пришли с цветами. Мы хотим, чтобы эти цветы никогда не вяли. Это натуральные цветы, специально приготовленные для хорошего подарка на долгие годы. Но на праздники всегда, конечно, приходят с подарками, поэтому Московский городской комитет профсоюза дарит Московской областной организации золотой конверт. В этом золотом конверте платежные поручения. Бухгалтера поймут с исполнением. Все здесь, с печатями положено. Написано: 50 тысяч на мелкие расходы. Счастье всем нам. Мы все москвичи. У нас герб один. И судьба одна. Счастье всем нам. Спасибо за подарки. Вот как кудесник всегда, ему есть откуда вынуть и красиво подарить. Вот мы вам всем такого желаем, дорогие друзья. Ну, а сейчас мы на таком эмоциональном настрое, поэтому я хочу продолжить это настроение замечательное, возвышенное, лирическое, и подарить снова вам песню. Для вас поет, выступает дуэт «Романс» Дина и Николай Володины. Они были еще не готовы, это для них тоже сюрприз. Что прямо сейчас? Это музыкальный подарок всем награжденным, всем активистам профсоюзного движения, всем вам, сидящим в зале. Дуэт «Романс». Дорогие друзья, Вала, сделай мне чуть погромче, а тут вот все так громко, а я какой-то тихий сегодня. Я вот что хочу сказать. Нифига бы у вас ничего не получилось бы, если бы в коллективе профсоюзов не работали бы женщины. Вот и все. А там эхо есть у меня, эхо? А, нет. Итак, ой, это много. Владимир Борисович, вы сегодня что-то это, то меня мало делаете, то много. Итак, если бы в профсоюзах не работали бы вот такие милые дамы, которые сейчас вообще просто вот даже их, да и тут сразу ясно, мужчин-то меньше. Вот, потому что на самую тяжелую работу всегда откликаются кто? Женщины. И поэтому в день 75-летия я хочу вот со своей тоже дамой, мы любим профсоюзы, можете нам поверить. Вот город Подольск, где мы живем, может подтверждать скорее, что я люблю мои профсоюзы. Еще я хочу вспомнить, была прекрасная женщина в нашем профсоюзе, к сожалению, в Подольском профсоюзе. Она была еще и депутат областной думы, она была депутат горсовета. Помните, о ком я говорю, да? Вера Ивановна, да. По документам она Вера Никифоровна, а я ее всю жизнь звал Вера Ивановна Щербакова. Тоже не надо об этом забывать. Вот, это прекрасные люди, которые работали раньше и сейчас работают. Я думаю, будут работать всегда. Это наши милые дамы. А вот теперь, пожалуйста, вот покажитесь. А вот Припачева, наш новый профсоюз. Вот. Ну что, споем городам? Thank you.
дай мне ручку, каждый пальчик я тебе перецелую, обниму тебя еще раз, обниму тебя еще раз, и уйду, и затоскую, и уйду, и затоскую. Лишь одна забота мучит, лишь одна забота мучит. Я не знаю, что со мной, я не знаю, что со мной. Тебе перецелую. А сейчас мы споем вам грустную. А нет, лучше веселую. Я предлагаю вот что. Раз написано, что 75 лет назад московская, да еще и областная организация родилась, так тогда с днем рождения ее. Согласны? И поэтому... Не все вместе, не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить. Зато в эти ночи осенние вместе, вместе, вместе. Не слышу? Правильно. Но зато в эти ночи осенние я могу о любви говорить. Дальше. Я могу ожидать. Не сочкуйте, мы профсоюзы. И в часы предрассветные ранние каждый раз возвращаться легко. И в часы предрассветные ранние каждый раз возвращаться легко. Ты не думай. Ты не думай, что я невнимательный, что цветов не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательный свое бедное сердце отдам. Громче, громче! Как что живу? Где? И что я там делаю? Убиваю своей мечтой. Что я там не делаю? Ну, оно?
непременно со мной. Как песни все, что мы поем, под рок от струн, под звон гитары. Жизнь прожигая, зря живем. Сегодня праздник, и я тебя не славлю. А завтра нет меня, совсем уйду от вас. Но вспоминайте, и не отстегает. Прощай, мой кадр, пою в последний раз. Но вспоминайте, и не отстегает. Прощай, мой кадр, пою в последний раз. Туман на кругом, тосклив, не затратен мой путь, а прошлое кажется сном томить на болевшую грудь. Все было лишь сон да обман. Прощайте мечты и покой, а боль не закрывшихся ран останется вечера со мной. Ямщик, не гоните лошадей, мне некуда больше спешить. Не гони лошадей. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда в сатоники за вами душу разреть от тоски. Великолепный праздник. Вы знаете, и сегодня действительно хочется петь песни и говорить стихами. Но Владимир Алексеевич сказал, что мы действительно единое целое. Москва и Московская область. И поэтому разрешите передать пламенный привет, поздравления не только от учебно-исследовательского центра,
А от Московской Федерации профсоюзов, ну, это двухмиллионный профсоюзный отряд большой, пожелать добра, здоровья и счастья. Мы тоже подготовили адрес, но я из этого адреса только прочитаю несколько стихов. Валентина Михайловна, прошу цветы. Буквально, потому что сегодня просто прозой говорить невозможно. И в добавление хочу сказать, милые мои дорогие, ведь действительно, вот мне выступление нашего, нашей Госдумы, да, Госдумы, я говорю, областной думы, говорит, не хватает квалифицированных кадров. Но то, чем богата областная организация госучреждения, это прекрасными профессиональными кадрами. Сегодня мы об этом, я вот с гордостью сидела в этом зале, смотрела на эти награды, смотрела на лица. А самое главное, что когда в наших аудиториях вы занимаетесь, мы не только отдаем свои силы, знания и опыт, а мы учимся у вас. Потому что за 75 лет твердой поступью вы шагаете уверенно вперед. А почему вперед, Валентина Михайловна? Да потому что тот, кто учит и занимается подготовкой кадры, тот имеет прекрасное будущее. Я не сомневаюсь, что вместе мы с вами осилим все. В беде и дружбе безответен, душой во всем открыт и чист, всегда, везде, за все в ответе наш профсоюзный активист. Иди по жизни прямо, смело, дерзай, летай, смотри вперед. И в профсоюзное наше дело пусть людям счастье принесет. Милые дорогие, у нас маленький сувенир, который, вот он стоит, этот колокол. Почему колокол? Ну, во-первых, чтобы о ваших делах великих знала вся Россия и вся наша Великая Русь. Но еще другое он имеет значение. Если вдруг кому-то из вас, члену профсоюза, человеку, стало плохо или вы в беде, вы звякните в этот колос, со миллиона друзей с вами будут идти по жизни. Вместе мы едины. С праздником, с днем рождения, друзья! Какие замечательные слова, стихи, теплые. Вот действительно, одна дружная, большая. Зовите себя. Все микрофоны для вас. Спасибо. Пожалуйста. Анатолий Ильич, мы так давно не договаривались. Давайте с вас. Уважаемый Валентин Михайлович, уважаемые коллеги, я представлюсь, председатель Московской областной организации профсоюза работников образования и науки. Ну, побольше. Да. Рожков Анатолий Семенович, председатель областной организации профсоюза работников лесных отраслей. Ну и я говорю на троих, и третья я Бирюкова Галина Ефимовна, председатель обкома профсоюза работников культуры. Валентина Михайловна, уважаемые коллеги, позвольте от нашего имени, от имени трех профсоюзов Московской области поздравить вас вот с этим юбилеем. Когда говорят 75, много или мало, я говорю нормально. Это зрелый, нормальный возраст. Вот здесь есть цветы, вот это все вам. Здесь есть хорошие слова, я не буду читать их все от нашего имени. Они тоже вам. Вы потом прочитаете еще раз. От всей души мы желаем вам успехов в работе, крепкого здоровья, личного, семейного, женского счастья на долгие-долгие годы. Спасибо вам за нашу совместную работу. Многие подарки дарят. Обычно в такой день, он, конечно, юбилейный, мы хотели бы, чтобы играла музыка на небольшом музыкальном центре. Уважаемые коллеги, мы с вами родственные профсоюзы, потому что 50% членов нашего профсоюза также являются государственными служащими, государственная лесная охрана. И мы вообще-то в ужасе,
вот перед тем, что какими вы добились успехов, думаю, что может и перейти в ваш профобслуживание наши лесники, как бы у нас этого не произошло. Да? Но тем не менее, значит, мы очень тесно работаем и находимся на одной территории, на Мясницкой, вы, наверное, все знаете. И нам очень также приятно поздравить вас с такой замечательной датой. И мы, я, к счастью, уже на втором юбилее. Надеемся, что и, может быть, погуляем и на 100-летнем юбилее вашего профсоюза. Таким же составом, который здесь находится. Да. Для меня чисто такой символический подарок. Барометр. Значит, чтобы постоянно показывал ясно в вашей работе, в вашей организации. Спасибо. Дорогие товарищи, мне хочется к вам обратиться именно так. Дорогие товарищи, не вкладывая сюда политического смысла, а вкладывая первоначальное значение этого слова. Друзья, коллеги по работе. Вы знаете, вот когда я подъехала сегодня сюда, поздравила председателей городских комитетов профсоюза с замечательным днем рождения, и мне сказали, нашему родному профсоюзу сегодня 75 лет. Вы знаете, мне кажется, что это самая высокая оценка труда Московской областной профсоюзной организации. Я вам честно говорю, вот я сегодня была, сидела здесь, я завидую вам. Вы счастливые люди, потому что все, что вы делаете на благо человека труда. И я вам сегодня хочу сказать вот всем, кто присутствует здесь, в этом зале, большое вам человеческое спасибо за ваш труд. Знаете, возглавлять такую профсоюзную областную организацию очень сложно, потому что все мы разные, у нас столько у каждого проблем. И я вам честно хочу сказать, вот я как председатель областной профсоюзной организации культуры, мне очень хочется иногда быть волшебником, чтобы решить те проблемы, которые стоят. И, Валентина Михайловна миленькая, я сегодня хочу вам подарить вот такой инструмент, волшебный инструмент, чтобы вы высоко смотрели, далеко глядели. Ни очки нет. Нет, не хронометр, угадывайте, что? Бинокль, конечно. Бинокль. Бинокль, как нам сказали, высокого качества, который действительно вам поможет в трудную минуту. Спасибо. Ну что ж, наш праздник, наша... Так, уважаемые коллеги, друзья, работа адвоката и профсоюзного работника в какой-то степени сходна, похожа друг друга. Адвокаты защищают интересы граждан, защищают граждан в разных сферах жизни. А работники профсоюза также защищают граждан, представляют их интересы в социально-трудовых отношениях, защищают своих работников. Мы часто, представляя интересы граждан в суде по трудовым делам, рука об руку работаем с профсоюзными работниками. Сегодня в такое трудное время, когда урезали права профсоюзов, работников профсоюза обретает иную значимость. Они в какой-то степени совершают подвиги в такое трудное время, защищая граждан, потому что действительно защищать граждан очень тяжело. Поэтому от имени Адвокатской палаты Московской области, от имени Московской областной коллегии адвокатов, так, я хотел бы поздравить всех нас, профсоюз, работников госучреждений и общественного обслуживания, обком профсоюза с замечательным праздником. Желаю вам всех, вам успехов, здоровья, всех благ, всего самого хорошего. И от имени Адвокатской палаты и
президиума Московской областной коллегии адвокатов разрешите вручить маленький сувенир. С праздником! Дорогие друзья, товарищи, коллеги, позвольте поздравить вас и в первую очередь всех членов профсоюза с вашим юбилеем. Хочу остановиться на последнем, на коллегах. Да, действительно, мы, Главное управление по труду, сегодня с вами, коллеги. Да, действительно, вы единственный остался гарант тех минимальных благ, которые могут получить трудящиеся в виде охраны труда и в виде минимальной заработной платы. Да, действительно, сегодня 8 тысяч... Поэтому низкий им поклон за это. Дорогие ветераны, мы вас искренне любим. Мы вас уважаем за ваше неизмеримое трудолюбие, за ваш профессионализм, за вашу душу, которую вы отдаете своей работе, за то, что вы на протяжении всех этих лет не изменили себе и людям. И все эти годы вы стояли и стоите на защите интересов и прав человека труда. С праздником вас, дорогие ветераны! Мы приветствуем вас! Эти аплодисменты вам! От имени ветеранов позвольте предоставить слово Голубоцкой Раисе Павловне, которая более 30 лет возглавляет Клинскую городскую организацию нашего профсоюза. Раиса Павловна, с праздником вас, вам слово. Спасибо. В ноябре исполнится 30 лет, как я пришла в свой родной профсоюз. И я теперь не знаю, какой у меня ближе дом. 5 дней я отдаю одному дому, а 2 дня только другому. Поэтому ревность от своих близких получаю. Но, вы знаете, если бы все повторить сначала и прийти снова и сказать, вот вас избрали, я бы побежала с руками и на руках, и на ногах в свой родной профсоюз. Что мне хочется сказать? В такую знаменательную дату, которую мы сегодня отмечаем, это прежде всего мне хочется сказать, что мы, когда пришли, и целый месяц, прямо сразу, через неделю мы были вот на этих курсах, вот мы попали в такие заботливые руки, в такое окружение нас окружало, а именно... Мне удалось работать с 4 председателями нашего обкома профсоюза. И каждый был... Это человек с высокой буквы. Человек не только профессионал, но он любой из них. Это Ионова Зоя Яковлевна, это Владимир Петрович Савченко. Это Анатолий Иванович Краснов, это сегодня Валентина Михайловна Бушуева. Вы знаете, эти люди не только умеют подобрать народ, сплотить его, научить его и потребовать, и спросить очень сильно. Поэтому с такими людьми просто очень приятно работать. А самое главное, они научили нас иметь собственное лицо и иметь свое собственное мнение, которым они тоже прислушиваются. Thank you.
Он в это верил, это пахарь.
на фотографиях. Помнит парня двор, помнит парня двор. А все-таки он звезда полетел. Он в это верил, это похотел. А та девчонка часто говорит себе теперь. А все-таки он звезда полетел. Он в это верил, это похотел. А та девчонка часто говорит себе теперь. Что? 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 Что она любила, любила, любила. Что она любила, увы, не его. И жалеет горько она, что любила, и не замечала вокруг ничего. Что она любила, любила, любила. Что она любила, увы, не его. И жалеет горько она, что любила, и не замечала вокруг ничего. Телеграмма из Нижнего Новгорода. Поздравляю бывших коллег с юбилеем, желаю оптимизма, бодрости духа, дальнейшего процветания областной организации Смолякова-Ступина. Председатель Рязанского обкома профсоюза. Многоуважаемые коллеги, примите самые искренние и горячие поздравления в связи со знаменательным юбилеем 75-летия Московской областной организации профсоюза, работников госучреждений общественного обслуживания России. Ваша областная организация всегда активно выступает в защиту прав и... Самые добрые, самые лучшие наши друзья, которые нам сказали много хорошего, много приятных слов. И нашим людям, тех, кто работает. Все понятно, что юбилей – это хорошо, это прекрасно. Но впереди у нас очень много всего. Впереди у нас, наверное, самое важнейшее – это отчетно-выборная кампания, к которой мы с вами готовимся, и где, собственно говоря, мы с вами будем по-настоящему отчитываться. И там будут нам раздавать и хорошо, и удовлетворительно. Юбилей привыкли говорить все самое лучшее. А вот на собраниях, а на конференции сказать все, что думают, и ни в одном кармашке не оставят, чтобы потом не высказать. Я думаю, что у нас впереди все очень еще много для того, чтобы сделать. Спасибо вам за то, что все пришли. Здесь должна быть сегодня Кабанова Валентина Викторовна, но, по всей вероятности, она никому не передала своих полномочий. У нас сегодня в городе, вернее, в области три больших областных мероприятия. Она на областном форуме общественных организаций. Сегодня министерство нашего финансов 75 лет. И сегодня проходит большая областная спартакиада инвалидов. Поэтому там где-то все расписано, все присутствуют, но я думаю так, у нее большой перечень награжденных. Я думаю, что мы, наверное, сегодня зачитаем тех, кого наградили, от имени областного объединения организации профсоюзов, чтобы люди не оказались у нас обиженными, а почувствовали, потому что там было много награжденных и представленных к награждению ФНПР. И в то же время есть у нас там очень хорошие награды, почетный знак МООП, грамоты и там благодарность ФНПР. Мы их, надеюсь, что в ближайшее время всем вручим, тем более сейчас в городах и районах у нас проходят юбилейные мероприятия. Эти юбилейные мероприятия у нас прошли уже,
в Верховном Посаде провел объединенный комитет. Вот в этом зале 23-го будет проводить свое мероприятие Ленинская районная организация. Поэтому я думаю, что здесь у нас никто не обижен, никто не забыт. А сейчас позвольте мне вручить наши награды, награды областной организации профсоюза. Мы, в принципе, было хорошее очень предложение в свое время Самары, которая предложила и потом, собственно говоря, разработал ЦК профсоюза, наш профсоюз. Это знак за заслуги перед профсоюзом. Да, вот именно так. И мы думаем, мы тоже, как говорится, здесь немножечко слезали у нашего российского профсоюза. И на нашем президиуме областного комитета разработали знак областной организации за заслуги перед Московской областной организацией профсоюза. Это наша высшая награда областная, которую мы тоже сделали так, чтобы она материально была немножко выше всех остальных наград. Поэтому я попрошу... Да, и первым этим знаком, знаком за заслуги перед Московской областной организацией профсоюза, награждается Савченко Владимир Петрович, председатель профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Центрального комитета профсоюза России. Приветствуем его дружными аплодисментами. Поздравляем с этой высокой наградой. Буду продолжать служить Московской областной организации профсоюза. А денежки мы переведем. Ну, а на сцену приглашаем Богомазову Анну Ивановну, начальника контрольно-ревизионного отдела администрации Талдомского района, председателя районной организации профсоюзов. Приветствуем ее, вручаем ей знак. Вашгурова Раиса Петровна, председатель Серпуховской городской организации профсоюза. Раиса Петровна, просим вас. Также награждается нагрудным знаком. Власова Валентина Филипповна, председатель Химкинской городской организации профсоюза. Волкова Валентина Ивановна, председатель Волоколамской городской организации профсоюза. Пожалуйста, поднимайтесь на сцену. Подружные аплодисменты ваших коллег. Ефремова Ольга Ивановна, заведующая отделом по труду администрации Домодедовского района, председатель Домодедовской городской организации профсоюза. Виктор Максимович, член Московского областного комитета профсоюза. Припадчева Галина Викторовна, председатель Подольской городской организации профсоюза. Приветствуем вдвойне, громче, дружными аплодисментами. И если нам аплодисментов не хватает, то мы добавим. Как Подольск приветствует своих земляков. Вот, мы помогаем вам, дорогие друзья. Савченко Владимир Петрович уже был. Не будем больше. Щербаков Анатолий Петрович, член президиума Московского областного комитета профсоюза. Анатолий Петрович здесь. Переживают за своих коллег. Членам профсоюза. И, конечно, очень интересно посмотреть сегодня было на тех, кто стоит там и
помогает всем нам. Сегодня мы хотим исполнить несколько песен, и первую Булата Акуджавы, потому что этот год ЮНЕСКО объявил годом Булата Акуджавы. Ему 80 лет в этом году исполнялось бы. Еще не шит твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет, а время торопит возниц беспечный, и просятся кони в полет, и просятся кони в полет. Подруги, любовь и разлука не ходят одна без другой. Две вечных подруги, любовь и разлука не ходят одна без другой. Святая наука, рассудцы запеклись мечтами и песнями, мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь.